4 октября в России отмечают День войск гражданской обороны. В Химкинской школе «Лидер» провели образовательное мероприятие с сотрудниками МЧС. Познавательная беседа началась с просмотра фильма о Великой Отечественной войне. Именно тогда система гражданской обороны показала свою эффективность, что позволило сохранить многие промышленные и культурные объекты при бомбардировках. 2 июля 1941 года Совет народных комиссаров СССР принял постановление о всеобщей антиробной подготовке населения к противовоздушной обороне. Сотрудники МЧС не только рассказали о значимости гражданской обороны, но и показали средства индивидуальной защиты при чрезвычайных ситуациях. Ученица 7 класса Маргарита Полозова поделилась впечатлениями о мероприятии. Нам показали очень интересный фильм о МЧС. Также нам рассказали, как одевается костюм химической защитности и как одевается противогаз. Заместитель начальника Химкинского пожарного надзора Николай Григорьев рассказал, сотрудники ведомства на постоянной основе приезжают в школы округа. Темы разные. Пожарная безопасность, действия при чрезвычайных ситуациях. Знания очень актуальны в любом возрасте. Сегодня День гражданской обороны в Российской Федерации. 91 год со дня образования. И мы как вот культуру пожарной безопасности детям прививаем, так и культуру гражданской обороны. Это на самом деле сложная, но интересная тема. Быстро надеть костюм и противогаз – дело не из легких. Максим Шагин, ученик школы «Лидер», стал первым, кому удалось примерить весь комплект защиты. Было интересно, узнал, как одевать противогаз. На мне сейчас костюм химической защиты. Школа «Лидер» – флагман образования. Здесь уделяют большое внимание внеучебной и воспитательной работе. Очень важно проводить такие подобные мероприятия, особенно для современной молодежи, для наших детей. Мероприятия проходят у нас достаточно часто. Совсем недавно мы приглашали инспекторов по делам несовершеннолетних. Ребята должны знать свои права. Школа «Лидер» в этом году стала победителем 7-го открытого публичного всероссийского смотра образовательных организаций. Школу открыли всего 2 года назад, но она уже является одним из ведущих образовательных учреждений Подмосковья. Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.